Финики терпеть не могу. А так съедобно. Вы только гляньте, ретро-винтаж. Блошиные рынки, комиссионки. Это вообще-то со свалок. По бакам шаришься. Да, но только, неважно. Я не подавал заявок на какой... Я начну. Ну ладно. Вопрос для разгона чисто риторический. Это ты, да? Нет. Да. С чего это вдруг? Но ты силен. Ого, поймал. Тонну с гаком, 70 км в час. Впечатляет. Твои бы навыки... Так на Ютубе этого добра. Там всякое постят. Фейк на фейке, все делается на компьютере. Угу. И этот ролик тоже. Все липо. Да. Как то видео НЛО над Финиксом. Да, точно. А что здесь? Стойте! Вот. Ну-с. Ты тот паукообразный, членистоногий каратель. Чувачок-паук? Все. Я Человек-паук. Ага, мужчина в трико. Не трико это. А так все хорошо складывалось с утра. Просто здорово. На поезд успел. Нашел шикарный девидюшник чуть не под ногами. И с тестом по алгебре. Все четко. Кто еще в курсе? Есть такие? Вроде нет. Даже твоя пресимпатичная тетушка? Нет. Нет, нет, что вы? Если узнает, психанет. А когда она психует, то я тоже. Меня впечатлила больше всего паутина. Прочность просто фантастическая. Кто изготовитель? Я сам. А цепкость? Лазание по стенам, клейки и перчатки? Это так не объяснишь. Со мной. Боги! Ты в них хоть что-то видишь? Да, да, послушайте. Ой, где? Послушайте. Я-то как раз вижу, с тех пор, как со мной случилось то, что случилось. Все органы чувств работают на 110%. Слишком мощный световой фон. В общем, я так концентрируюсь. Тебе просто необходим апгрейд. Системное обновление. Тюнинг. Для того я и здесь. Что тобой движет? Я серьезно, в чем твоя кредо? Что поднимает тебя по утрам? Да просто... Я всю жизнь был собой, а такой всего лишь полгода. Читаю, вожусь с компьютерами. И да я бы начал играть в футбол. Но с чего вдруг, раз не мог раньше? Было бы подозрительно. А я о чем? Об этом никому не расскажешь, вот и молчу. Но когда ты владеешь такой силой и не используешь ее, ты всегда будешь виновен в том, что не предотвратил. Хочешь беречь покой мирных граждан, вносить свою лепту, делать мир чище, правильно понял? Да, защищать простых людей. Вот и все, кредо. Я бы присел, ты ногу убери. Есть паспорт? Нет. Какой там? Водительских прав и то нет. Бывал в Германии? Нет. Тебе понравится. Да нельзя мне в Германию. Почему? Сегодня задали много. А я сделаю вид, что этого не слышал. Да нет, я серьезно. Я что, возьму и брошу учебу? Поездка опасная, красотки. Тете скажем, что у нас культура. Ни слова, тетя Мэй. Договорились, паучок. Может, уже... Простите, я сейчас...